Туристы проехали на Кавказ, ходили с проводником по горам. И турист говорит, сколько еще идти, говорит, ай, вот тут маленько перейдешь, всего 50 метров по бревну, и все, уже пришли. Они посмотрели вниз, там 2 километра пропасть. Ну, молодые перешли, 50 туристов стоят, трясутся, никто не идет. Стояли, тут идет такой старый кавказец с баранами. Подошел так, махнул головой, говорит, здравствуйте. Взял барана на плечи и перешел с бараном. Ну, эти такие туристы переглянулись, говорит, слушай, говорит, отец, в это, перенеси нас, 50 человек, 50 рублей, на дороге не валяется, деньги все-таки. Ну, этот кавказец взял, одного, второго, третьего перенес, один остался, он его закинул, тащил, бревно закачалось, он его бросил, перешел. Все говорят, что ты делаешь, зачем ты его бросил? Ай, один рубль меньше, один больше, какая разница?